Здравствуйте, мои дорогие друзья. Вот хотел бы поговорить с вами о том, как избежать магических нападений. Нападений откуда-то извне, от каких-то других людей. Каким образом, дорогие? Ну, во-первых, наверное, не считать никого вот себе врагами. Да, вот такое внутреннее чувство. Кто-то вас считает себе врагом, а вы вот именно в душе не желаете никому зла. Ни тем людям, ни этим. То есть, ну, реально желаете добра, наверное, осознания какого-то. И вот это вот чувство, оно должно идти от души. Ну, это во-первых. Во-вторых, дорогие, если... как бы на вас нападают вот именно магически, просто так не нападут. То есть нападают именно всегда за что-то. И здесь причина только в себе. В себе, то есть, ну вот, мыслите, может быть, вы про кого-то плохо, да, или желаете другим кому-то зла. Вот такие вот, даже вот мысленно. И вот за вот эти вот крючочки, то есть за вас цепляются и навешивают то, что вы желаете другим. И, дорогие, вот дальше вот такая вот третья причина. Ну, наверное, все-таки следить за собой, потому что, ну, как бы ваша жизнь здесь, вы ее проживаете, и это... наверное, для вас одно из самых главных. И не следить там за другими, не смотреть. То есть какие-то сплетни не поднимать, не обсуждать. То есть, ну, вот так вот. Да, если вот кто-то следит там, да, за кем-то, за чужой жизнью, ну, неужели, то есть его жизнь чужая интереснее, чем вот, ну, как бы своя. Ну, наверное, так. И стараться вот быть именно на высоких вибрациях. То есть, ну, как можно больше, наверное, находиться вот именно на таких высоких вибрациях любви, счастья, радости. И вспомните, когда-то Христос говорил: «Идите, научитесь, милости хочу, а не жертвы». То есть, ну вот как-то так, дорогие мои друзья. Попробуйте. Все в нас, дорогие. И еще, то есть, одна причина. То есть, когда вы, ну, слышите, может быть, какие-то угрозы, начинаете об этом думать и вот запускаете в себя вот эту негативную программу. И она реально начинает работать. То есть, самое главное... это не верить и не впускать. И знать, что вам ничего абсолютно не может навредить. Именно ваша чистота внутри, вот когда вы живете реально в мире со своей совестью, вам ничего не повредит. Абсолютно. Вот так вот, дорогие мои. Счастья и радости вам всем. Мира и добра.